Молодец, гуцулочка. Всем доброе карпатское утро. Наконец-то мы уже в походе. Утренний горячий напиток, приготовленный на костре. Что может быть лучше? Вчера вечером мы приехали в село Квасы Раховского района и поднялись немного в горы. Заночевали в этом замечательном месте. А наш маршрут будет проходить через полонину Браилка, на гору Близнецы, и дальше через Драгобрат, Герешаска и Темпу в сторону села Усть-Черна. Небольшой утренний туман создает неповторимые пейзажи окружающих гор. А мы, позавтракав, отправляемся дальше по маршруту, не уставая наслаждаться по дороге красивейшими видами. А виды действительно завораживающие, но вы сами все видите. Погода стоит солнечная и очень жаркая. Подниматься в гору непросто, особенно с рюкзаками. Эта пирамида посвящена четырем погибшим в далеком 1990 году, когда плохо подготовленные туристы зимой заблудились и замерзли где-то поблизости. Отдадим дань памяти погибшим и будем помнить, что расслабляться нельзя. Горы не прощают ошибок, даже такие мягкие и, казалось бы, домашние, как Карпаты. По дороге встречаем мотоциклистов, а вообще по этому маршруту встретились практически все виды туристов: пешие, конные, вело и мото, на джипах. И даже встретился голый бегущий йог с одной повязкой на голове, которую, увидев нас, переместил на время немного пониже. День выдался тяжелый, мы прошли километров 18 по сильной жаре, градусов 35. Ночевку мы планировали возле озера под горой Герешаска, но не дойдя пару километров, случайно обнаружили небольшое озерцо и там заночевали, о чем совсем не пожалели впоследствии. Thank you.
Нас разбудили звуки колокольчиков овечьей отары. Путь отары пролегал мимо нашего лагеря. Напившись воды, овечки пошли дальше по своим овечьим делам. А мы немного пообщались с собаками-охранниками, которые оказались на удивление миролюбивыми, накормили их хлебом и вкусными нутовыми котлетками. Молодец. Собачка, собачка. Хлеб надо было дать им весь хлеб, пусть едят. Что, съелись? Да, весь хлеб, ничего себе. Да, весь хлеб и все котлеты. Ничего себе. Ну, котлеты вообще у них на ура ушли. Просто мне надо было вначале хлеба дать, а потом котлеты. Но мне после котлет уже хлеб не съели. Собрав вещи, отправились дальше по маршруту. Правда, далеко уйти не успели. Встретили лошадок. Угостили их пряниками по уже сложившейся традиции. Кормить встретившихся животных всякими вкусняшками. Улыбайся. Спасибо, говорит. Ты хероночка. Смотрите, спасибо, реально говорит, спасибо. Озеро Геришаска, оно же Дагяска. Незадолго до этого встретили озеро Ворожеска и вчера озеро Ивор возле Драгобрата. Это все высокогорные озера. Например, Дагяска расположена на высоте 1577 метров над уровнем моря.
Этот переход был тоже непростым. Жара и отсутствие пресной воды на протяжении всего дня. Нет, вода у нас, конечно, была, но пополнить и напиться вдоволь холодной родниковой воды возможности не было. Уже смеркалось, когда мы нашли место для ночлега у подножия горы Стоги, где был небольшой родник и много открытого пространства. Пейзажи поменялись, стало больше хвойных деревьев вокруг и как-то живописнее и зеленее. Нам еще предстоит тяжелый спуск по хребту и бурелому в село Усть-Черно, откуда на автобусе мы отправимся домой в Ужгород. Несмотря ни на что, маршрут нам очень понравился, и мы смело можем рекомендовать его всем любителям гор. Путешествуйте и познавайте окружающий мир, несите добро всем живым существам. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч!